Здравствуйте, друзья! Помните, сидел я тут и разговаривал. Много из этого попало. Немного, но что-то попало в YouTube, в Яндекс. Имеет ли это какое-то значение? Вот, пригодится ли? Не знаю. Вот, но у меня очень много в голове мыслей, которые фактически нигде, никогда, если и встречаются, то не обсуждаются, не делаются выводы, не принимаются какие-то меры. Вот. Живем мы в каком-то странном мире, я ему сказал странно. Сейчас я буду говорить все подряд, все, что придет в голову. Вчера включаю телевизор, кажется, по РЕН-ТВ показывают какие-то странные, загадочные случаи. Они загадочные только на первый взгляд. Показывают тоннель. Там установлена камера. Видеокамера, она записывает. Записывает, и раз в несколько дней один густое сообщение идет сплошным потоком машины. Раз в несколько дней вдруг какая-то машина ровно, без всякой причины, вдруг поворачивается на 90 градусов или на 180 градусов. В лучшем случае бьются машины, проходит несколько дней, опять такая же история, и опять. Интересно, что тот, кто это снял, тот, кто комментирует, журналист, назовем его журналистом, вот, он не имеет понятия о природе таких вещей, он называет это загадкой, необыкновенной, вот, вот, просто необъяснимой. А я сижу и недоумеваю, я биолокаторщик, пустите меня туда с двумя рамками. Даже с одной можно. Даже кусок ветки отломаю и спущусь туда. И вы видите, как бешено это все вращается. Там разлом земной коры, там геопатогенная зона. Ну, естественно, каждые несколько дней бьются машины, аварию устраняют. Причем это же тоннель, а в тоннеле не развернешься, на обочину не выйдешь. Вот. И ничего не делается. Нет там ограничивающих знаков скорости. Вот. Предупреждания нет. Да, геопатогенная зона. Вот это одна из важнейших тем, к которой я время от времени возвращаюсь. Вот, например, я показывал то, что наши туристы снимали в Беларуси. Они, белорусы, прошли полпути. У них стоит, допустим, подряд 5 могил. Не могил, а назовем это памятники аварии. То есть вот здесь вот на граничном участке несколько десятков метров посреди ровного поля, никаких таких ни тебе пропастей, ни тебе чего, просто подряд погибли люди. Вот. И они поставили знак, вот, нарисовали на этом знаке автомобиль, вот. И предупредили людей, что это место довольно опасно. Ну, какой знак, причем явно не международный, а какой-то, видимо, самодельный. Вот. Да, мы знаем, есть такие дороги, их называют дорогами смерти, их знают биолокаторщики, их знают всевозможные эти самые специалисты из ГАИ, я по-старому называю, из племени ГАИ, помните анекдот. Они знают, но они знают свою работу. Это их работа. Не будет аварии, не будет у них работы, останутся без зарплаты, их всех повольняют. А чтобы не было аварии, надо хотя бы резко снижать скорость. Надо найти эти геопатогенные зоны заранее. Они, многие из них кричащие, потому что стоят же эти, люди же не ленятся, ставят памятные эти знаки смерти, назовем. Вот. Некоторые места такие называются дороги смерти. Вот, вот эта апатия, когда тысячи людей гибнут, я не преувеличу, я преуменьшу. На самом деле десятки, сотни тысяч гибнут, калечатся. Вот, это миллионы сирот, это миллионы вдов. Ай, страшно говорить. Вот, у людей в этих местах сносит крышу. Не у всех. Есть люди, которые настолько теряют ориентацию в геопатогенной зоне, что везде и всюду случается удары машин лоб в лоб. Никому не надо. Я приводил примеры, как это просто. Берется одна такая дорога, ровная, чистая, но на ней уже стоят эти
памятные знаки, эти памятники. Это просто зафиксировано место, вот, берется протоколы, а потом нанимается один, два, три, смотря какой длинная дорога. Можно замерять с рамками, сидеть в машине, я это тоже делал. Сидишь рядом с шофером, скорость 30-40 километров, фиксируй все, вот, в точности до метра, пожалуйста. Совпали наши показания, белокаточка, с показаниями, допустим, этих же гаишников. Совпали. Ставь здесь ограничение скорости, да еще какое, например, не больше 40. Вот. Такие уже, они уже мной, моими друзьями придуманы, этими компьютерными художниками, уже есть такие знаки, их только изготовить. Вот. Сколько бы людей спасли? А если это гипотогенная зона в квартире? Когда-то я, когда в эпоху гласности, я прочитал книгу «Смерть в вашем доме». Книга была, автор был немец. Вот. И там оказалось, в Германии проблема есть, но германцы этим занимаются. Целые подъезды попадают под эти гипотогенные зоны. Там болеют люди, там умирают люди. Ну и худо-бедно занимается. Нам, нас на все наплевать. Все мои предыдущие фильмы, там 5-8 тысяч просмотров, на этом все. Никого не заинтересовали. Высланные мной фильмы в администрацию президента России, в администрацию президента Беларуси. Мне говорили, что там-то в Беларуси, там до каждого человека доходит батька Лукашенко. Не, ничего не дошло. Вот, все по-старому. Вот. А замерить каждый дом, переставить кровать уже. Вы знаете, я больше всего каждый день показываю детей, каждый день, которым нужна помощь. Лекарства стоят миллионы. Дети страдают, прямо с рождения страдают. Ну проверьте, вы не в этой ли зоне этот ребенок, люлька-то его. Ну а это-то можно. Вы думаете, я просто так говорю? Была газета «Огни Саян». Я дал объявление. Мерю квартиры. Вот. И пошел по квартирам. Набрал статистику. Вот и все. Отсюда мои эти самые вопли. Это вот то, что это не вопли, это крик души. Это-то можно.